Первый заместитель губернатора региона Денис Буцаев и мэр Белгорода Юрий Голдун провели рабочую встречу прямо на улицах города. Пеший маршрут прошел по центру. От здания обладминистрации по улице Попова поднялись до Народного бульвара. Прошли по улице Белгородского полка и Гражданскому проспекту. По ходу движения обсуждали актуальные городские вопросы: состояние сетей, благоустройство и содержание городских территорий, ремонт дворов и многоквартирных домов, озеленение и ландшафтное обустройство. Наша задача — вот вон газон наш, вон примерный, и тот от жалкой породы. То есть вот травы быть не должно. Это все должно быть почвопокровное и кустарниковое, и все многолетка. Мы за этим должны. Газон для меня самый дорогой в обслуживании. Поэтому сейчас все наше Белгород благоустройство, все наши питомники и все, что рядом есть, заточены под то, что мы у них все будем покупать. Первая прогулка, первые поручения. Прокомментировал итоги рабочей встречи мэр Белгорода Юрий Голдун на своей странице в социальной сети ВКонтакте.